это бесполезный вариант. Вот, то есть, буквально, да, клещами. Вот сейчас они подготовленные, я его не смогу ни разу проколоть. Видите, я еще что-то базарить. А, я думаю. Правильно, ничего. Я что-то базарил, а он ничего не сделал. Честно, думаю, что нужно. Вот, а сейчас я буду сильно стараться. Сейчас, не спеши. Не, ты делай быстро, ты не чисти. А, ясно. Видишь, его невозможно зарезать. Представляешь, что человек пройдет вот это, он работал на психике. Вот это упражнение делает первый раз. Он не отжимался 200 раз, 200 тысяч раз. Для того, чтобы делать это. Вот, вот это есть взрыв. Это психическое состояние. Она просто, потому что у меня есть. Он запас.
Это только... Причем, если мы взяли полку и отправляем, что мы пытаемся взорваться с места на сверхбольшую скорость, чтобы пытаться оценить то же самое на сверхмедленную. Причем даже если мы делаем просто медленно, а не сверхмедленно, мы начнем замечать, что прежде чем начать тот же уход, у нас вдруг что-то ушло, и мы медленно начали. То есть даже попробовать сделать из такого положения тот же уход, ну, после вот этого, 19-20 элемент, дальше вот так просто отпускается. Если все сделано правильно, причем как такового физического усилия и полного движения, здесь не должно быть. Пока пошла. При этом если сразу обращается внимание на воздушные позиции, на цельность каркаса, потому что как только есть перегрузка в какую-то сторону или просто, сразу тельце начинает это сигнализировать. Сразу, то есть, это первый критерий правильности, есть еще критерий правильности? Какой критерий? Это ощущение. То есть, это ощущение? Да, то есть сразу возникает дискомфорт. То есть, и психологически вот тот же самый вариант, то, что и Роян, он сам помнит, что он стоял в столбе, перестал работать с ним. Почему? Потому что в большинстве случаев я действительно обращал внимание, что человек работает с серией, как только что опереться на противника. Он кидает вверх, спотыкается, он не успевает, как противничек оказался, но это становится. Вот принцип кинзистан, я выхожу, даже если я промахнулся, роль уже не играет. Я знаю, где у меня удался помощь. Противника там не оказалось, я все равно успеваю восстановиться. Если же вот здесь возникает баланс совершенно средних скоростях, как обычно, вроде бы работы нет. Тело информационно, ну, ничего не получается внимания. А вот здесь вот вы начинаете учить так. Там напряглось, тут напряглось, оп, тут ускорился. Особенно вот, кстати, моменты срыва ритма, то есть вот это неконтролируемое. То есть, по идее, им нужно будет еще больше внимания. То есть, когда дело другое, а здесь он заметен. Чаще всего показатель является ускорение. Все, значит, причем, если получится что-то сделать сверхмедленно, оно получится сверхмедленно. По-другому. Я не продолжу. Короче, Саша Сматов, академик Андрей, он когда даже говорит, что видит, тренировался не кто-то делает эти прыгают, или перед ним дворе, а тренировался в динамике, который занял. Вот, он говорит, что есть постановка взрыва, он стоит, перед ним.